Уже несколько детей стали жертвами ситуации в Казахстане. В Казахстане 11-летний ребенок стал жертвой вооруженного столкновения. Инцидент произошел в Алма-Ате еще 5 января. Мальчик вышел на прогулку с родителями, но семья оказалась в районе, где началась перестрелка. Об инциденте рассказала детский омбудсмен Аружан Саин. При этом она не уточнила подробности. Также стало известно, что еще один ребенок, 15-летний подросток, пострадал во вчерашней перестрелке, тоже в Алма-Ате. Он ехал в авто с отцом, когда по ним открыли огонь неизвестные. Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Четырехлетняя девочка погибла во время беспорядков в Алматы. Четырехлетняя девочка по имени Каркимай погибла, когда ехала в машине с дядей вечером 6 января. Они ездили за продуктами и проезжали мимо площади Республики, это центр города. В авто помимо девочки были еще двое детей постарше. Оба ранены, один ребенок в реанимации. Каркимай пуля попала в голову.